7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Привет, наши друзья. Привет, наши друзья. Куда мы едем? Дельфинарий. Дельфинарий. У нас сегодня продолжение Семиного праздника, Семиного дня рождения. Да, вот в 3 часа начинаются представления. Мы не покупали билеты заранее. Сейчас 2 часа дня, воскресенье. А ехать нам на другой конец города, в другой район. Поэтому нам нужно спешить. Грише нужно поспать немножко. Ну, в общем, поехали с нами. Посмотрите, как нам будет весело. Да, Сёма? У Сёмы есть большая мечта поплавать с дельфинами. Мост то ли строят, то ли ремонтируют. Но мы успеваем, мы уже рядом, на представление должны успеть. Главное, чтобы там не было супер много желающих посетить. Ну, вроде бы немного там рядом машин было, когда мы проезжали. Мы вообще разворачиваемся. А район этот называется Теремки, да, Ваня? Да. Магеллан тут, торговый комплекс. Гриша спит. Петька спит, остальные держатся. Нет. Теперь проехать нельзя. Впереди что? Тут движение по полной программе. А вот и он, дельфинарий. Дельфин. Думаете, тут заезд? Нет, думаю, дальше. А, да, сюда. Вот там. А может, тут выезд? Видишь? Тут не было кирпича. Написано «Ласкаво просим». Красота? Даже поцеловать можно. Кого? Дельфина поцеловать? Ну, машин немного на парковке. Пешком тоже вряд ли сюда кто-то дошел, так что, ну, места должны быть, да, пап? Так что, вы пока выходите, я пойду, куплю билеты. Вход и выход из метро ипподром прямо здесь. Или туда встанем. Ну, конечно. Сейчас разбудят их. Сейчас морские котики придут. Вот и морские котики сейчас будут. Смотри. Что это?
Артём, как ты в аквапарке? Thank you.
Сейчас потрогаю. Вот туда. Вот туда к дяде нам надо идти, чтобы сфотографироваться. Бери, бери. Заплатить денежки, и нам разрешат подойти. Сейчас все подойдем и сфотографируемся. Петь, встань, пожалуйста. Только папа Гришу увел. Ну, Гриша, может, и не хотел бы. Пойдем. Закрыл сейчас их, по-моему. Все, пойдем. Итак, мы не... Сёма не плавал с дельфинами, как хотел. Ну, наверное, мне кажется, Сёма немножко и перехотел, да, Сём? Немножко страшновато, но я даже когда спрашивала на кассе, когда покупала билеты... Насчет этого всего. Во-первых, нужно было взять с собой купательные всякие принадлежности. Это, во-первых. А во-вторых, ну, первый вопрос она задала, не забоится ли ребенок в 6 лет поплавать. Потому что, ну, с непривычки, конечно, такой контакт с животными будет не очень. Наверное. Ну, нужно быть достаточно смелым. Вот. Теперь мы увидели, какое там представление, да, Сём? И в следующий раз, когда мы сюда придем, а мы обязательно вернемся, да, Сём? Возьмем еще с собой каких-нибудь гостей, которые к нам, например, приедут в Киев. Или друзей наших, например, Вику с Вадиком, да, и с детками. И вместе придем, и тогда уже мы с собой все возьмем. Плавки, полотенца. Сёма уже будет не бояться, да, Сём? Ну, вообще-то мы фотографировались только что, и папа наш пошел фотографию забирать. Она вот будет готова минут через 10-15. И сфотографировались с дельфинами на пирсе таком, на помосте, на их фотоаппарат. Но неизвестно теперь, вернее... Сёма говорит, что он не потрогал дельфина. Хотя, собственно, эта фотография была именно для того, в первую очередь, чтобы можно было прикоснуться к дельфинам. Ну, не знаю, как Сёма. Сидел рядом и руку рядом держал, и все равно не знаю как-то. Побоялся, что ли? Постеснялся трогать дельфина, да, Сём? Ты стеснялся? Не стеснялся. А что ты загрустил? Не грустил? Вот такая у нас фотография. Сёма таки все-таки не положил руку на дельфина. Просто возле него держал ручку свою. Ничего, будет на память, да, Сём? Логическое завершение вечера. Сём, ну что, в дельфинарии было хорошо? Да. Там еще дельфины прыгали. Прыгали? А что больше всего тебе запомнилось? Дали хвостом мяч высоко. Высоко, да. Было круто, да, Петь? Гриша, вкусное мороженое? Няма-няма? Добро пожаловать на канал нашей семейки.